Чувашии уменьшилось число тех, кто находится под медицинским наблюдением по COVID-19. Это те, кто прибыл в республику из других стран, а также люди, контактировавшие с пациентами с подтвержденным диагнозом. На утро 1 апреля в республике по-прежнему один официально подтвержденный случай. Пациент 2 недели провел в изолированном боксе инфекционного стационара БСМП в Чебоксарах. Если завтра у него результат анализа на COVID-19 будет отрицательный, его выпишут домой. Сейчас под меднаблюдением чувашских врачей остается 874 человека. Медицинское обследование на COVID-19 с начала года прошли 1527 человек. В Чувашии в соответствии с распоряжением правительства страны подготовлен обсерватор, который сможет принимать больных коронавирусом.